После комбинированной договоренности полным ходом продолжается агрессия. Генерал и демократ. Thank you. They're still the sending curtain. Okay, thank you, but I can't believe it. There was one of the contributors to the reason. It was a great honor for us. Let's go inside. Я в першу чергу, пане президенте, хочу подякувати вам. This man I was seen before. This is several times. There's one lady, young lady, who's missing. Eugenia. Please come in. So the minister at the time. Ми зустрічалися. As you can see, коли ви були прем'єр-міністром, я був тоді. Що ви дуже-дуже сильні. Де фуа avec nous, ici, я suis au délire de groupe. Alors, maintenant, c'est pour moi, et je crois pour tous. День, я щаслива бути в кругу нашої партії за свободу Україну, за демократичну Україну, за независимую Украину, не настоящую свободу, демократию, рыночную экономику. Когда к нам придут многомиллиардные инвестиции, он боится, что это будет очень сильным примером для российского народа. Они в упор расстреливали больницы. И там есть убитые и раненые пациенты, которые проходили очень тяжелое лечение. И нам нужно восстановить сегодня силы, когда есть такая угроза. И сделать мы это можем только с помощью всего демократического мира и в первую очередь Европейского Союза и Соединенных Штатов.